Это монументальное полотно Маковский писал в течение нескольких лет. Первые эскизы художник начал создавать еще во времена учебы в Московском училище живописи. Он специально ездил в Нижний Новгород, чтобы собрать исторический материал и достоверно воспроизвести так заинтересовавший его сюжет. Впоследствии в этом же городе Константин Егорович впервые представил свою картину. Когда предварительные наброски были готовы, началась работа над основным полотном. Поскольку площадь полотна составляла 42 квадратных метра, для него соорудили специальный павильон. Установкой холста художник руководил лично. Маковский изобразил события начала 17 века, смутное время в истории России. Легитимного правителя не было, один самозванец сменял другого, в Кремле обосновались польские интервенты, а Москва подвергалась набегам шляхты. Чтобы положить конец польско-литовской оккупации, собралось первое, а затем и второе ополчение. Последнее возглавлял Кузьма Минин. Именно из его уст прозвучало известное воззвание. «Московское государство и прочие грады, большие и меньшие, все разорены. Что в нашем богатстве? Так мы поганым зависть, и аще приедут, и град наш возьмут. А единому нашему граду устоять ли? Так положим все наше богатство, и начнем собирать и ратным людям давать». Художник выбрал для сюжета один из самых ключевых моментов – начало народного движения, знаменуемое взрывом патриотизма. В церкви Иоанна Предтечи следует крестный ход с иконы Казанской Божьей Матери. Ополченцы считали этот образ покровительствующим и держали при себе вплоть до решающей битвы у Московского Кремля 22 октября 1612 года. В левой части полотна можно наблюдать воеводу Нижнего Новгорода, князя Василия Андреевича Звенигородского. В центре полотна, на Нижегородской торговой площади, обращается к народу Кузьма Минин.